Прокуратура Центрального района Читы признала незаконным действие по выдаче разрешения на строительство административно-торгового здания в виде пристройки к жилому дому по улице Июньской. С жалобой в прокуратуру обратились жильцы домов, которые выразили свое несогласие с возведением пристройки. У нас в подъездах всю жизнь мокрота, у нас зимой все обмерзает. Правильно. Почему же оно не дало? Конечно, оно даст трещину, потому что там влага, тут сейчас сделали подкоп, оно и будет, оно даст трещину. Я строитель, я знаю, что еще больше будет, как бы людей не стали стоит выселять. По словам жильцов, их видавшие виды хрущевки рискуют сползти в сторону строительного котлована. По обращению граждан в прокуратуре была проведена проверка, которая выявила нарушение в оформлении разрешительной документации на строительство. Вопреки требованиям градостроительного кодекса, разрешение на строительство было выдано без разрешения собственников помещений многоквартирного дома. В связи с выявленным нарушением права собственности граждан на общее имущество, прокуратура Центрального района направила в суд заявление о признании действий по выдаче разрешения на строительство незаконным, а само разрешение недействительным. Этих ребятишек артисты театра «Кукол» встретили уже на улице. Детей было не очень много, но не потому, что юные читинцы не любят свое 39-е царство, а лишь потому, что малый зал театра может вместить лишь 60 человек. 9 октября здесь открылся 78-й театральный сезон. Мы очень рады, что наконец мы открываемся. Долгожданная премьера у нас «Счастливый принц». Этот спектакль у нас создан на основе дипломной работы моих студентов, которые закончили в этом году курс актера театра «Кукол», устроились в театр. И, конечно, это очень для нас радостное событие, что наконец-таки у нас появились новые люди. И надеемся, что вот эта радость перейдет и на нашего зрителя. Артисты радуются не только сегодняшней премьере. 16 августа вице-премьер Александр Холмогоров подписал распоряжение, по которому театр должен выступить госзаказчиком и заключить контракты, а краевой Минфин предусмотреть средства на завершение длящегося уже несколько лет ремонта. Но обещанных 30 миллионов рублей у Министерства культуры для театра так и нет. Сейчас все, как я понимаю, за малым. Найти вот эти деньги, и мы объявляем аукцион. Вся документация уже готова, то есть мы вот очень надеемся, что вот со дня на день у нас это известие благополучно наконец-то поступит, и мы приступим к работе. Пока взрослые дяди и тети, облеченные властью, говорят с высоких трибун, что дети – наше будущее. Пока артисты готовят спектакли о любви, самопожертвовании и благородстве. Пока маленькие зрители толпятся в узких коридорах здания театра, построенного 60 лет назад для общественной бани, мы решили спросить у читинцев, а нужен ли вообще городу и Забайкальскому краю театр «Кукол»? Ну, я думаю, этот вопрос совсем некорректный какой-то. Любой театр должен иметь театр «Кукол». Дальше, значит, и чем больше в городе театров, тем, наверное, это лучше для воспитания, это лучше для того, чтобы занять свободное время, это лучше для того, чтобы посмотреть и поразмышлять. Тебе нравится вот кукольный театр? Он нужен нашему городу, как ты думаешь? Да. Зачем? Дети должны познавать науку и искусство. Нет у нас вообще такого театра кукол. Его надо строить и обязательно. Детям негде бывать, вот досуг свой, как говорится, проводить. То есть нужно построить отдельное здание? Отдельно должно быть здание. Мы в этом нуждаемся, и школы. У нас это необходимо по нашим программам, все эстетическое расписание. А куда? Нам вообще некуда выходить. Как вы думаете, нашему городу нужен кукольный театр? Он вам нужен? Да. Конечно. Конечно, нужен. Конечно. А зачем? Ну, развлекать детей. Вдруг нечего делать, допустим, в выходные. Что делать-то? В театр можно сходить. Об этих и других событиях читайте на сайте zabmedia.ru.